Мне это капец как. Он это обожает тупых пёс. Ебать, что здесь происходит, блядь. Надо поинтересоваться у него. Извините, извините, а можно спросить? Это что? Что вы тут делаете? Это чё, чё, чё? Бутылку брал, жрать хочу, блядь. Чё, вкусно? Ещё не готово. Ебать, смотрите. Только здесь можно увидеть, как бомжи готовят бутылки. Ебать. А это полезно для здоровья? Ебать, какого чёрта он делает? Да ну нахуй. А, блядь, расскажите способ приготовления бутылки. Блядь, огонь разведи, сука! Ебать, долбоёб. Будешь? Бутылку будешь? Нет, не хочу, сам ешь. Вот ты уеб. Не хотел вообще. А специи какие-нибудь добавляете, я не знаю. Вон полынь, блядь, расчёт. Ебать, а еще что-нибудь помимо полынь? Там соль, перец, я. Расторопша! Фу, блядь. Я корень мандрагоры. Ебать. Кори, кори, мангаль, вахча. Ебать, совсем бомжи с дубу. Меня Анзорев научил. Ебать. А бутылка почти готовка. Слющий запах какой, да? Чуешь, чуешь. Чую. Хуёвый запах, чё. Потушки. Ебать, нуца. Блять. Мой мать. Готово. Готово. Ну давай, жри, ёбаный в рот. Ещё, блядь, есть костёр, каждый день не разведёшь. Бомжары. Надо всё пожарить сразу. Ебать. Того в рот, может, потушим, это захуярим этого бомжа. Может, кинем его в костер. Ебать. Ну не осмотр. Яблоки будешь печеные, блядь. Да, буду. Ща пожарим. Только надо было с полиэтилен, что ли, достать, я не знаю, че ты, блядь. Так, а мать. Ну сразу потушим, блядь. Кого? Да пусть уж догорит мусор. Бомж все жрать готовит, че ты переживешь? Кто доебется, скажем, блядь, мы за природу боремся, на. А может, вы расскажете нам какую-нибудь интересную историю, блядь? Может, вас сигареткой угостить? Я яблочки готовы буду. Ебать, да уж. Они, да, они домашние были, блядь. Мешки. Да уже поздно они, блядь. Чего порой? Они все в полиэтилене. Ну давай, спой нам, что ли, или историю какую-нибудь расскажи, басню там, блядь. Мистикон, блядь.